Лимон цветет, а плодов нет. Что делать, если цветы не превращаются в плоды? С таким явлением я столкнулась впервые. Мой лимон всегда радовал меня своими вкусными плодами, а в этот раз плодов нет. Вы сами видели на моем видео, как цвел лимон. Так почему же плоды не завязались? Я начала искать причину, и вот что я узнала. Надеюсь, вам поможет эта информация, вы избежите моей ошибки. Нехватка питания – одна из самых распространенных причин, из-за которых на стеблях не зарождается зависть. Но это не про мой лимон. Я подкармливала его комплексными минеральными удобрениями, чередуя их с органическими. Причиной может быть плохое опыление. Без опыления цветки – это лишь пустоцветы. Они красивы, но бесплодны. Опять не подходит. Я проводила опыление с помощью ватной палочки, аккуратными движениями, перенося пыльцу с одного цветка на другие. Значит, причина не в этом. Но все же я нашла причину, и не одну, а даже две. Во-первых, очень рано начался отопительный сезон. Во время цветения в помещении, где стоит горшок с лимоном, была слишком высокая температура, а это недопустимо. К тому же сухой воздух привел к тому, что почва в горшке превратилась в твердый ком, и растению не хватило влаги, даже при нормальном поливе. Во-вторых, лимон слишком обильно цвел, уже на стадии бутонизации надо было оставить самый развитый из расчета один бутон на 10-15 листьев. Было жаль убирать такую красоту. Поэтому растение, обессиленное цветением, сбросило всю зависть. Так что я не дождусь плодов на своем лимоне, к сожалению. Не совершайте моих ошибок. Удачи вам и вкусных лимончиков! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.